Ой, как просто. Ты прикинь, я запер тебя в маленький железный ящик, висящий на соплях на большой высоте. А что, если я выбью аварийный тормоз и сброшу тебя, как мешок с кутятами, а? Спокойной ночи, Бэтс. Бум! Это я пошутил. Я припас для тебя пару сюрпризов. Жди встречи со своими страхами. Со всеми! Нет никакого Грейна! Есть только Пугало! Выпустите меня отсюда! Сегодня начал пораньше. Твой сеанс еще не скоро. Уверен, тебя вызовут, когда он освободится. Скажи, чего ты на самом деле так боишься? Не спасти этот дерьмовый городишко? Не найти вовремя комиссара? Увидеть меня в стрингах? Умоляю, Бэтмен, спаси меня! Прости, Джим. Барбара. Я... Прости. Я опоздал. Приносим извинения. Набранный вами номер недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Барбара, ты там? Пожалуйста, повесьте трубку. Отец? Ты должен был остановить его, сын, как подобает настоящему мужчине. Мама? Помоги нам, Брюс! Спаси нас! Я
теперь в моем мире! Брюс, ты слышишь меня? Что происходит? Все в порядке. Что случилось? Связь прервалась. Ты уверен, что все в порядке? Уже нашел папу? Я в норме. Возникли небольшие проблемы с пугалом, из-за этого и задержался. Я скоро с тобой свяжусь. Это был не Гордон. Газ Крейна повлиял на меня сильнее, чем я думал. Маленькая мышка заблудилась. Тужишься понять, где правда, а где игра твоего крохотного больного умишки. Это мне знакомо. Расслабься и получай удовольствие. Сдашься и отпустит. Правда? Я тебе все кости! Ooh!
мой драгоценный комиссар полиции здесь, за стеклом. Взгляни-ка. У Харли четкие инструкции. Если кому-нибудь в комнате ты хотя бы померещишься, она убьет старика. Мои патрули там повсюду, и я предупредил их о твоем визите. Давай так, если сможешь подобраться к Харли незаметно для всех, получишь приз. Не сможешь, старый пердун умрет. Я даже могу отдать тебе саму Харли. Тебе, похоже, нужен новый помощник. Карта всегда помогает тем, кто потерялся. Джокер не шутит. Бэтмена нужно держать подальше от старика. Если хоть кто-нибудь до него доберется, я кашу расхлебывать не собираюсь. Нет проблем. Мимо меня и муха не пролетит. Бэтмен сдохнет, а я прославлюсь. Как скажешь. А теперь иди туда и смотри в оба. Пошел! Игра такая, парни! Комиссару крышка, если летучий мутант заявится. Не замечаете его? Харли кончает старика. У меня припасен шикарный приз для того, кто увидит Бэтмена первым. Старик на мушке у Харли. Увидите, как Бэт или еще кто-нибудь шныряет в округе, и он труп.
ты не спешил. Он не управляем. Хочет что-то доказать. Не уверен, что смогу его остановить. Ты сможешь. Бэтмен, послушай, мы не одни. У него здесь есть что-то еще. Но я не знаю, что именно. Что ты за болтун? Испортил такой сюрприз! Помолчи. Шоу, что такое? Я тебя раздражаю, правда? Отлично! Следующий номер тебе точно понравится. Нужен логин доктора Янг. Неважно. Ко мне за спину. Быстро! Бич. Я думал, он сбежал из Бэггейт. Освободи меня. Кто это сделал с тобой? Доктор Янг. Бруха. Она высосала из меня весь веном. Нужно остановить. Прости, Бич. Доктор больше не создаст проблем. Как тебе, моя марионетка? Что скажешь? Отпустим его? Гордон, беги! Yeah!
Ты как? Все хорошо, Джим. Где Квин? Исчезла. Наверное, освободилась, пока Бич трепал тебя. Нужно увести тебя с острова. Я не новичок. Сам справлюсь. Я сломаю тебя, Бэтмен. А потом Бруху. Нет, Бич. На этот раз сломаешься ты. Джим, возвращайся на материк. Здесь слишком опасно. Я не оставлю тебя. По радио сообщили, что он заминировал весь город. Готэм охватит паника. Ты нужен там. Мы готовы, сэр. Бич назвал доктора Янг Бруха. Что это значит? Это ведьма по-испански. Оракул, проверь городские компьютеры. Мне нужна информация по доктору Янг. Все, что сможешь найти. Я просмотрю результаты, как только доберусь до пещеры. Пещера? На острове Арчим? Я обустроил ее несколько лет назад. Лучше заранее подготовиться к подобным ситуациям. Как тебе удалось сохранить это в секрете? Ты же знаешь, я это умею. Итак, ты думаешь, что доктор Янг экспериментировала с Веномом? Тем же препаратом, который превратил Бича в монстра? Да, и меня это беспокоит. Бич выглядел еще сильнее, чем обычно. Джокеру нужен Веном. И это главная проблема. Я направляюсь на мыс Мертвеца на севере Архима. Свяжусь с тобой из пещеры. Он здесь! Что это за история с мысом покойника? Последние 100 лет это излюбленное место самоубийц на острове Арчим. Да, знаю. Я спас одного горемыку заключенного. Он чуть не спрыгнул на камни. Я нашел вход в пещеру и за последние годы перенес в нее много припасов. Можно сказать, что это мой второй дом. Слава богу! Я думал, ты это в 100 раз быстрее найдешь.
безопасности дезактивирована. Пуск. Янг возглавляла проект. Крупное дело, серьезные инвестиции. Вот ее последние записи. Не могу ничего понять, что это значит. Похоже, она проводила эксперименты на пациентах в Аркхеме. Новый препарат лишь отчасти соответствует оригинальному составу Венома. Внесен ряд изменений. Похоже, для усиления эффективности. Многочисленные ссылки на формулу Титана. Даже небольшая доза препарата запускает изменения, подобные действию Венома. И нет необходимости в больших контейнерах, как у Бича. Минутку. Записи неполные. Нет формулы препарата. Видимо, именно этот секрет утаила доктор Янг. Если Джокер получит его, он создаст целую армию. 1000 Бичей. Боже, Джокер настолько не в себе, чтобы пойти на такое? Да что я говорю? Ты должен остановить его. Иду за ней. Янг отправилась в поместье вместе с Кэшем. Поднимусь на поверхность через катакомбы. Извините, босс, поиски затянулись чуть дольше, чем вы планировали. Ой, мне жаль. В следующий раз, когда соберусь захватить какой-нибудь остров, обязательно все спланирую. Нет-нет, я не то имел в виду. Я не против конструктивной критики. Никто не идеален. Хотя, если подумать, я очень близок к идеалу, не так ли? Так, о чем я? Ах, да, критика. Такого ничтожества, как ты? Жалкий червяк, ползающий у меня под ногами. И то только потому, что я открыл его клетку. Этого я не потерплю.
Извините, босс, я ничего такого не имел в виду. Пожалуйста. Ну, вижу, ты раскаялся. Ладно, отправлю кого-нибудь к тебе домой, пусть ломает ноги твоей жене. И хватит. Но, Джокер! Ты недоволен моей щедростью? Нет, пожалуй, нет. Спасибо. На здоровье. Будем считать, что вопрос закрыт. А ты слыхал анекдот про парня, который пришел домой и узнал, что у его жены ножек нет? Эта штука вообще работает? Меня слышно? Я спустился к вам и уши прочистил. Я как раз придумал новый способ. Просто убийственный. Я проверила информацию по доктору Янг. Согласно данным из банка, она часто получала платежи. Деньги начали приходить в апреле прошлого года и прекратили поступать 2 месяца назад. После этого средств она больше не получала. Деньги переводились из частной компании, принадлежащей некому Джеку Уайту. Любимый псевдоним Джокера. Значит, он оплачивал доктору Янг создание армии, а потом вдруг остановился. Это странно.
О, вот что еще странно. Переводы для доктора Янг не прекратились. Они были отклонены. Она заблокировала свой счет. Видимо, она передумала. Хотела вернуть деньги. А Джокер не любит, когда его партнеры пытаются выйти из игры. Поэтому он решил вернуться в Аркхим, найти ее формулу и создать армию самостоятельно. Точно. Я взломала ее почтовый ящик. Здесь два интересных письма. Первое – заявление об увольнении. Это было на прошлой неделе. Похоже, она пыталась бежать. А второе? Сообщение от Джокера, то есть Джека Уайта. Длинная переписка. Она умоляет прекратить эксперименты. Говорит, это слишком опасно. Он не слушает. Так, посмотрим. Различные угрозы в адрес ее семьи. Пара плоских шуток. Фотография мертвого тела и еще одна угроза. Продолжай. Он пишет. Я иду за тобой. Я получу то, за что заплатил. Дальше шутка про инвалидное кресло. Мило. И рисунок, вроде бы ослик. Теперь понятно, почему она была так напугана. Я найду ее. Неужели? Я думал, ты никогда не здесь все разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть по старинке.
Чего ты со мной возишься? Хочешь узнать, зачем я это сделал, а, док? Мы хотим вам помочь, мистер Джонс. Так что ты меня вылечишь, док? Сделаешь меня нормальным? Нормальный – неудачное слово. Кто из нас действительно нормален? Я так и думал. Так что скажешь, док? Отпустишь меня, а я тебя не стану жрать. На самом деле ты не ешь людей. Это просто городская легенда. Думаешь? Ну давай, лей дальше. Снайперы, бандиты из Блэкгейт добрались до арсенала. Боль и страдания постепенно отравляли кровь города, и это отразилось на всех. Первым пал мой отец, сраженный каким-то отвратительным недугом. Мать выжила,
но погрузилась в сон. Я вернулся в отчий дом, чтобы заботиться о ней. Она просто лежала в постели, пока ее тело было способно дышать. По ночам ее рыдания не давали мне сомкнуть глаз. Еще один разговор с Эдвардом Нигмой. Я до сих пор не поняла, гениален он или это обычный бред. В любом случае, общение с ним раздражает и крайне утомляет. Здравствуйте, мисс Янг. Вы устали. Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, Эдвард. Это я хочу помочь тебе. Мы все хотим. Простите за грубость, доктор, но если вы думаете, что мне нужна ваша помощь, вы там, где и должны быть. Взглянем с другой стороны. Ты сделал своей специальностью невероятные ловушки и нелепые подсказки. И для несчастных, втянутых в твою игру, дело чаще всего кончается смертью. Будь жители Готэма умнее, мои игры были бы просто приятной забавой. А не смертельными ловушками. Вы должны благодарить меня. Я избавляюсь от невежественных, тупых, никчемных. Не волнуйтесь, я уверен, что вы выживете. Какая милая фотография у вас на столе, доктор. Ваша семья? Мама, наверное. Положи на место! Вон отсюда! Охрана! И
Жуличить не стыдно, только признай, что мои загадки тебе не по зубам. Ты угадал в конце концов? Чем ты все это время занимался? Давай просто сойдемся на том, что я умнее тебя. Еще одна? В самом деле? Нет, исключено. Ты не можешь решить все. Это невозможно. Хм.
я просто чувствую себя обязанным разоблачить его. Ты знаешь, кто он такой? Более того, я знаю, что он такое. В смысле? Это очевидно. Маска, оружие, тактика запугивания, он преступник. Такой же, как Джокер, двуликий или ваш покорный слуга. Многие считают его героем. Большинство людей – идиоты. Они не видят, что Бэтмен – злодей. Отгадайте, откуда он взял такую машину и эти свои штучки? Я не... купил на деньги преступников, которых он победил. Почему Гордон закрывает на это глаза? Бэтмен купил его? Ответ прямо перед твоими глупыми, распахнутыми глазами! Эдвард, ради бога, успокойся! Проснись, Готэм! Ни один вменяемый, законопослушный человек такого не сделает! Таких альтруистов не бывает! Бэтмен, злодеи, каких мало! Охрана! Охрана! Yeah.